Дочь Гульнар Тагбаевой давно мечтала поменять имя. Родители назвали девочку Улдар, но уже много лет она представлялась как Медина. Желание младшей дочери удалось воплотить в реальность полгода назад. При подаче заявления на смену имени девочка училась в 8 классе, поэтому изменить анкетные данные помогли родители. Моей дочери не нравилось ее имя, она давно просила его поменять. Информацию о смене имени мы запрашивали в ЦОНе. После мы с супругом пошли и написали заявление. Сказали, что все будет готово через 10 дней. Примерно через это время документы были готовы. Сменить фамилию и имя можно без обращения в ЦОН с прошлого года. Для этого достаточно оставить заявку на портале электронного правительства и подкрепить ее подтверждающим изменения документам. Воспользоваться услугой можно в случае заключения или расторжения брака, отмены решения суда об установлении отцовства или ошибки в прежних документах. Также родители смогут сменить фамилию и отчество несовершеннолетнего ребенка. Но в каждом случае подкрепить обращение придется другим документом, к примеру, свидетельством о браке или его расторжении, а также решением суда. А в закон внесены изменения. Раньше, если человек хотел поменять имя, то мы вносили актовые изменения в свидетельстве о рождении. И только после этого можно было поменять имя. Соответственно, было много бумажной волокиты, потому что потом мы человеку давали документ о том, что он поменял имя. Сейчас такого нет. На данный момент мы просто выдаем свидетельство о рождении с новым именем. После получения нового свидетельства о рождении человек получает новое удостоверение. При необходимости мы также предоставляем дополнительный документ. Он содержит полную информацию о прежнем имени, нынешнем имени и причинах его изменения. По официальным данным, в Шымкенте в 2022 году поступило больше 1000 заявок о внесении изменений в свои документы. Статистика снизилась в прошлом году. За год поступило только 405 просьб. Запросы горожан были одобрены. Анкетные данные изменены в документах официально. Корки Мусибалиева, Талгат Абдинабиев, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Утрар».